Alive Film представляет. Производство Лэри Франко. Фильм Джона Карпентера. В фильме снимались Роди Пайпер, Кит Дэвид, Мак Фостер, Джордж Бак Флауэр, Питер Джейсон, а также Раймон Сен-Жак в роли уличного проповедника. По рассказу Рэя Нельсона, 8 часов утра. Режиссер Джон Карпентер. Вакансии. Последнее место работы? Денвер, Колорадо. Я работал там 10 лет. Но потом все заглохло. 14 банков закрылись за одну неделю, так что... В настоящий момент для вас ничего нет. Своими языками они обманывают вас. На их губах яд. Рты их полны желчи и проклятий. Они не боятся Бога. Они завладели сердцами и умами наших правителей. Они захватили самых сильных и богатых. Они ослепили нас, и мы не видим истины. Коррупция правит миром. Почему мы поклоняемся жадности? Незримо для нас. Они питаются нами. От нашего рождения до смерти. Они управляют нами. Они захватили нас. Они контролируют нас. Они наши хозяева. Проснитесь. Они повсюду. Повсюду. Sometimes when I watch
Иногда, когда я смотрю телевизор, я перестаю быть собой. Я звезда какого-нибудь сериала, у меня свое ток-шоу, или я вижу, как выхожу из лимузина. Все, чего я хочу, стать знаменитостью. Все смотрят на меня. Все любят меня. Я никогда не постарею и никогда не умру. Извините, вам не нужны работники? Может быть. У меня есть инструменты. Тут работают члены профсоюза. Тогда можно я поговорю с лидером этого союза, сэр? Эй, здесь у нас не ночлежка. Так что устраивай свою задницу в другом месте. Извините. А когда мне заплатят? В четверг. Тебе негде остановиться? На 4-й улице можно переночевать. Есть горячая еда и душ. Если хочешь, могу показать. Я не люблю, когда за мной идут, если я не знаю, зачем. А я не люблю идти с кем-либо, если не знаю, куда он идет. Скоро будут кормить. Хорошо? Я тебя представлю. Это Гилберт. Если тебе что-то нужно, он знает, где это взять. Привет. Привет. Что у тебя в рюкзаке? Инструменты? Да, сэр. Если умеешь ими пользоваться, ты нам пригодишься. Почини душ вон там. Пойдем, поедим. Вот так. Да. Еще? Горох? Спасибо. Еще? У меня в Детройте остались жена и двое детей. Не видел их уже полгода. Стали литейные заводы, поувольняли всех работников, а потом и сами закрылись. Мы не требовали с них ничего, когда им было сложно. А что они сделали? Повысили себе зарплату.
Основное правило: у кого золото, тот и правит балом. Если они закроют хотя бы еще один завод, мы взорвем их иностранные тачки. Знаешь, тебе надо больше терпения. Оно уже лопнуло. Это все похоже на какую-то сумасшедшую игру. А название этой игры — «Попробуй выжить». Только тут каждый играет за себя и пытается тебя выжить. Так что, приятель, делай, что можешь, но я буду пытаться обойти тебя. А как ты собираешься это сделать? Буду работать. Надеюсь, шанс подвернется. Я верю в Америку. Я следую всем правилам. Нынче для всех настали тяжелые времена. Вы всегда боялись, что накладные ногти помешают вам вести активный образ жизни? Приготовьтесь. Вот красивые, натурально выглядящие, легкие в использовании ногти. Мы предлагаем 7 разных цветов. Наши импульсы перенаправляются. Мы живем в искусственно созданном состоянии сознания, напоминающем сон. Чертовы хакеры, уже второй раз за вечер. Это движение было создано 8 месяцев назад небольшой группой ученых, которые обнаружили, что эти сигналы посылаются... У меня от этого голова начинает болеть. Точно, у меня тоже. Он, наверное, долго думал, как добиться такого эффекта. Бедных людей становится все больше. Понятий расовой справедливости, человеческие права уже не существуют. Они создали общество подавления, а мы их ничего не подозревающие сообщники. Их стремление править ведут к уничтожению сознания. Мы находимся в трансе. Они сделали нас безразличными. Нас волнует только наша собственная выгода. Мы понимаем, что они в безопасности, пока мы их не обнаружили. Их принцип выживания — усыпить наше сознание и совесть. Заколебал уже. В хоре такие поздние репетиции? Церковь-то. Они разрешают нам пользоваться кухней. До 4 утра. Тут много народа нуждается в помощи.
они избавляются от среднего класса. Все больше людей переходит в класс бедных. Мы их скот. Они делают из нас рабов. Опять. Мы не можем прервать их сигнал. Наши передатчики слишком слабые. Его нужно отключить там, откуда он исходит. Милый, у меня голова болит. У меня тоже. Пожалуйста, подождите. Кто-нибудь скажет, что происходит? Опять этот идиот тормозит. Они живут, мы спим. Да все нормально. Нет, не все. Мы получили лишь несколько секунд в эфире. Забудьте о том, чтобы остановить их сигнал. Они будут постоянно блокировать нас. Тогда мы должны раздать этот груз. Нет, ничего не выйдет. Мы ведь уже обсуждали это. У нас нет выбора. Грабить банки? Делать наши собственные линзы? Мы не сможем охватить достаточно народа. Мы должны найти новых людей, сильных, которые будут работать на нас. Я уже ухожу. У вас была открыта дверь. Я хотел только закрыть ее. Я не вламывался сюда. Простая бдительность. Дай мне потрогать твое лицо. Хорошо, теперь руки. Ты рабочий? Да, сэр. Это революция. Позволь мне показать тебе. Мне надо идти. Может, в другой раз? Этот мир ослепил меня, но Господь вернул мне зрение. Ты вернешься. Ты вернешься. Я слышу, о чем болтают на улицах последние дни. Очень странные вещи. Какая-то эпидемия насилия. Я разговаривал с одним парнем из Сан-Ансельмо. Он сказал, что у них ходят слухи о конце света.
А что они делают? Ну, стреляют у людей, грабят банки. Все как обычно. Многие люди сходят с ума от того, что им приснился какой-то кошмар. Хотите знать правду? Такое дерьмо происходит в конце каждого столетия. Люди боятся встретиться с будущим. Эй, что там такое? Я был там внутри. Куча коробок, какое-то лабораторное оборудование. Ты о чем? Хоровое пение записано на магнитофон. Забудь об этом, приятель. Это не нашего ума дело. Им помогает Гилберт. Послушай, у меня есть работа, и я не хочу ее потерять. Я хожу по белой линии, никого не трогаю, и меня никто не трогает. Тебе лучше делать то же самое. Белая линия посередине дороги. Хуже места не придумаешь. Увидимся позже. Увидимся. Ступенька, аккуратно. Вот так. Сюда. Хорошо. Теперь через дорогу. Здесь грязно. Быстрее. Быстрее. Идите вон туда.
Мы вас знаем. Оставьте нас в покое. Мы вас знаем. Знаем. Присоединяйтесь. Помогите. И пусть пройду я долиной смертельной тени, нет страха во мне. Боже! Заходите, присоединяйтесь к вечеринке. Оставайся с ними. Кто-то начал Третью мировую? Коллекция Омана – страсть, воплощенная в моде. Мерцание уступает место божественным излишкам. В яркой коллекции преобладает свобода самовыражения. Почувствуйте огонь ревущих 90-х.
подчиняйся. Подчиняйся. Приезжайте на Карибы. Женитесь и размножайтесь. Мужская одежда. Никаких независимых мыслей. Потребляйте. Распродажа перед закрытием. Потребляйте. Смотрите телевизор. Подчиняйтесь. Покупайте. Смотрите телевизор. Подчиняйтесь. Никаких мыслей. Оставайтесь в спячке. Подчиняйтесь. Подчиняйтесь. Оставайтесь в спячке. Подчиняйтесь. Покупайте, слушайте руководство. Смотрите телевизор. Не думайте. В чем дело? Я спрашиваю, в чем дело? Как дела, сэр? Все хорошо, спасибо. Спасибо, сэр. Возьмите, сэр. Спасибо. Эй, приятель. Ты будешь за это платить или нет? Это твой бог. Послушай, приятель, либо плати, либо поставь на место. Спите. 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 Представь себе, она даже не пошла на занятия к Ламас. Я говорила ей, ради тебя и твоего ребенка ты должна пойти. Вы вчера были у Мэри Эллен? Это было ужасно. Там подавали кукурузные лепешки. Это так старо. So depressed.
У меня депрессия, не знаю, что делать. Попробуй рискнуть. Тебе легко говорить, ты получил повышение. Просто не волнуйся. Мы все это чувствуем. Это новое утро Америки. Полная жизни. Старый цинизм исчез. Мы верим нашим лидерам. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Все зависит от нашей способности принять это. Пессимизм нам не нужен. Границ не существует. Я предполагал что-то подобное. Извините. Знаете, такое впечатление, что вас макнули башкой в сыр лет 40 тому назад. Вот вы в порядке. А это жуткая уродина. Когда я снимаю эти очки, она выглядит как обычный человек. Надеваю их, и передо мной труп. Хватит. Убирайся, или я вызову копов. Копов? Ей понадобится бразильская пластическая хирургия. Тут человек, который видит. Высокий мужчина, белый, невооружен, носит солнечные очки. Что-то мне это не нравится, совсем не нравится. С таким же успехом можно палить свинью духами. Спокойно. Стоять на месте. Где ты взял очки? Где? Фея подарила. Ну, конечно. Он у нас. Порезался, когда брился? Ты для нас так же дерьмово выглядишь. Невозможно. Не заставляй нас размазывать тебя по асфальту. Спокойно. Ты кое во что вляпался. Но это можно повернуть на наше общее благо. Просто пойдем в тихое место и все обсудим. Вы, ублюдки, умираете так же, как и мы. Я пришел пожевать жвачки и надавать по морде. А жвачка закончилась. Около входа, с ружьем, белый мужчина. Лет 30. Блондин. Мама не любит ябед. Носит солнечные очки.
ты кто такой, приятель? Пришел за мной? Зря. Бросай оружие. Бросай. А теперь вали. Спокойно. Мы немного покатаемся. Закрывай дверь. Drive. Поехали. И не гони. Они прошли. Продолжай ехать. Куда мы едем? Ты замужем? Yes. Да. Не нужно врать. No. Нет. Одна живешь? Едем к тебе. Мне бы этого не хотелось. Боюсь, у тебя нет выбора. Привет, Холли. Послушай, я не знаю, что тебе нужно. Просто успокойся. Я как будто обкурился. А от этих очков взлетаешь высоко, но падать больно. Послушай, у меня сегодня был тяжелый день. Не только у тебя. Да, извини. Но мне надо было убраться оттуда. У тебя две пушки. Ты не сожалеешь? Ты приказываешь. Послушай, дамочка, у нас проблемы. У всего мира проблемы, они повсюду. Их видно сквозь эти очки. Клянусь, эти твари контролируют нас. Я не знаю, кто они и откуда, но мы должны их остановить, понятно? Хорошо, я сделаю все, что ты хочешь. Когда хочешь. Только не делай ничего плохого. Просто послушай, что я говорю. Хорошо. Ты сражаешься силами зла.
которую никто не видит без таких очков. Посмотри сама. Если ты хочешь, чтобы я надела твои очки, я их надену. Если я не увижу то, что ты видишь, я скажу, что увидела. Делаешь все по-своему. Не по-своему, а как ты говоришь. Даже не думай. Я хочу пить. Иди. Послушай, извини, что втянул тебя. Значит, тебя зовут Холли? Холли Томпсон. Красивое имя. Чем занимаешься? Помощник режиссера на 54-м кабельном канале. Телевизионный канал? Да. Они посылают сигналы через телевизор. Нет, все в порядке. Холли Томпсон, 8634 Circle View Drive. Да, я подожду. Thank you.
Фрэнк. Тебя они должны видеть. У меня была пара тяжелых дней. Я не хочу иметь с тобой никаких дел. Сколько людей ты убил? Они не люди. Ты спятил. Ты сукин сын. Я покажу тебе. Нет, не надо мне ничего показывать. У меня жена и дети. Так что оставь меня в покое. Убирайся отсюда. Нет. Вот. Деньги за неделю. Это все, что я могу. Постой! Тебе лучше спрятаться, чтобы тебя не нашли. Надень их. Отстань, ты спятил. Надень их. Не подходи ко мне. Я пытаюсь спасти. Я пытаюсь спасти тебя и твою семью. Сначала свою спаси. Я даю тебе выбор. Либо надевай очки, либо будешь лежать мордой в бачке. Не сегодня. Хорошо. Договорились. Ну давай, давай. Я не хочу драться с тобой. Я не хочу драться. Перестань. Нет. Надень очки. Я же сказал тебе, не втягивай меня. Ах ты засранец. Взгляни. Надевай их. Нет!
извини. Пошел ты! Надевай очки! Иди в жопу. Смотри. Смотри на них. Возможно, они видят, но глупят и Спринг. Держись. Ты не первый, очнувшийся ото сна. Что это? Брат, жизнь дерьмо. И мы в нем по уши. Нам нужен номер. Любовь — это здорово, правда? Подчиняйтесь. Не носи очки слишком долго. Как будто нож в мозги воткнули. И как давно они здесь? Кто знает? Кто они? Откуда? Явно не из Кливленда. Хватит выпендриваться. Что нам делать? Ждать? Чего ждать? Ты не ответил на мой вопрос. Если у тебя появится суперплан, сообщи. Думаю, есть еще люди, которые видят. Мы должны найти тех, кто сделал эти очки. Да.
если они еще живы. Когда-то давно все было по-другому. Мама с папой возили меня на реку. Они рассказывали о власти, славе. Это меня спасло. Он изменился, когда я был еще ребенком. Стал делать ужасные вещи. Я убежал из дома, когда мне было 13 лет. Однажды он пытался порезать меня большой старой бритвой. Держал ее у моего горла. Я говорил: «Папа, не надо». А он двигал ею взад-вперед, как будто хотел спилить дерево. Может, они всегда были здесь. Может, им нравится наблюдать нашу ненависть, смотреть, как мы убиваем друг друга, питаться за счет тепла наших сердец. У меня для них новости. За это придется дорого заплатить. Я больше не папинкин сынок. Фрэнк? Сегодня у нас собрание. Приходите в 11 по этому адресу. Не приведите хвоста. Этот мир должен проснуться. Мы станем его будильником. Эй, братья! Мы придумали кое-что новое. Использование линз меньше ударяет по мозгам. К тому же, их можно делать цветными. Круто! Эй, Фрэнк! Привет. Рада, что ты здесь. Можете снять свои очки. Здесь только люди. Наше новое средство. Получили первую поставку только сегодня. Они безопасны и не дают искажений. Ну, давайте. Сигнал передается каждую секунду. Каждый день через наши телевизоры, даже когда они выключены. Привет. Добрались без проблем? Все в порядке.
Хорошо. В городе полно копов, ищут нас. Большинство копов — люди. Им сказали, что мы коммунисты и хотим свергнуть правительство. Некоторых из них уже завербовали, пообещали богатство и власть. Люди добровольно идут к ним. Их просто покупают. А потом они получают повышение. У них появляются деньги в банке, они покупают новые дома, машины. Мы готовы на все, чтобы разбогатеть. Посмотрите, в какой среде мы живем. Количество фторуглеродов возросло с 1958 года. На планете изменяется климат. Они превращают нашу атмосферу в свою атмосферу. Я не понимаю, что им здесь нужно. Зачем они здесь? Они предприниматели. Земля — еще одна развивающаяся планета. Их третий мир. Использовать наши ресурсы, истощить планету и двинуться к следующей. Им на руку наше равнодушие. Мы станем либо их игрушками, либо пищей. В любом случае, мы их скот. Нам нужен штурмовой отряд, чтобы ударить по ним, когда настанет время. Считайте, что он уже есть. Видели, как они исчезают? Однажды. Вы о чем? Это их часы. На самом деле, это двухсторонний передатчик. Можете послушать их переговоры. Есть кое-что еще. Нужен секретный код. Они нажимают кнопку. И исчезают. Я пытаюсь выяснить этот код. Прошу внимания. Хорошо видно, что нам не хватает людей. Посмотрите, сколько собралось здесь сегодня. Должно быть в два раза больше. Мы плохо работаем. А их система обнаружения постоянно совершенствуется. Мы должны быть постоянно начеку. Не попадаться им, продолжать работу, делать то, что должны. Мы стали слишком неосторожны. Наше движение страдает от этого. Может, пора перестать болтать и выяснить, что происходит на самом деле? Может, пора пролить немного крови? Эй, погодите. Так у нас ничего не получится. У нас никаких шансов с парой пушек и десятком гранат. Так что же нам делать? Нам нужно немного выждать. Мы должны найти источник их сигнала и вырубить его. Разбудить людей. Дэйв работает в КРДА. Он утверждает, что сигнал исходит из одного места. На КРДА его нет. Оттуда идет чистая передача. Источник расположен в другом месте. Это и есть наша задача. Узнать, откуда идет сигнал. Пойду, поболтаю кое с кем. Ты в порядке? Да, в порядке. Я думала, что убила тебя. Я тоже так думал. Я не знала. Прости меня, пожалуйста. Послушай, я просто хотела. Мы можем? Уходим. Уходим. Туда, все туда.
Они убивают всех. Я должен найти ее. Ты спятил. Я должен убедиться, что она в порядке. Ты не можешь ничего сделать. Если мне удастся включить их, мы услышим, что они говорят. Фрэнк? Фрэнк? Что? Фрэнк? Что? Фрэнк, пригнись. Что это было? Не знаю. Внимание! Ваши часы повреждены. Вход исчезнет. Давай туда. Что? Быстрее. Я не знаю, что там внизу. Пошел. 7 секунд. 6 секунд. 5 секунд. 4 секунды. 3 секунды. 1 секунда. Если вам нужна помощь, двуязычные инструкции находятся в каждом коридоре. Что это за язык? Откуда я знаю? Где мы вообще? Думаю, мы в городе. Может, какая-то подземная база. Тут должен быть выход. Надеюсь, никто не видел, как мы спрыгнули. Операция «Железный кулак» завершена успешно. Все террористы уничтожены. Мы их взяли. Всех положили. Это победа, приятель. Пошли к команде А. Я кое-что слышу. К 2025 году не только Америка, но и вся планета будет под защитой нашего могущественного альянса. От этого будет огромная выгода не только для нас, но и для вас, элиты человечества. Вы дали нам доступ к ресурсам, которые были необходимы для нашей экспансии. Мы, в свою очередь, резко увеличили ваши доходы. Только в этом году они возросли на 39%. Я только что получил сообщение о том, что наши силы одержали большую победу. Мы уничтожили большую подземную базу террористов западного побережья. Опасность миновала, ситуация нормализовалась. Привет, парни. Я не знал, что вас тоже завербовали. Добро пожаловать. Парни могли бы приодеться для вечеринки. Теперь-то у вас есть средства. Я очень рад, что попал сюда. Вы уже все тут видели? Еще не успели. Давайте я вам покажу. Я знал, что у нас с тобой много общего. С нашей первой встречи. Официант. Извините. А где мы находимся? За кулисами шоу, парни. Оно немного простовато, но сойдет и так. Как вы сюда попали? При помощи часов? Я знаю, что мы должны пользоваться ими только в крайних случаях, но это так весело. Ну, теперь посмотрите на это. Подойдите ближе. Посмотрите. Внимание пассажирам! Начинается посадка на рейс до Андромеды. Вот оттуда они и прилетели.
Я не знаю точно, как это работает, но что-то связанное с гравитационными линзами. Они искривляют пространство, и можно перемещаться в разные места. Это как большой аэропорт. Поверьте мне, парни, они знают, что делают. Добрый вечер, парни. Не теряйте бдительности. Погодите, сейчас я вам кое-что еще покажу. Здесь расположен контрольный центр всей операции. Сигнал передается на весь мир через спутник. Интересно, правда? Я вообще-то в этом не сильно разбираюсь. Ну вот, парни, я вам все показал. А вы можете провести нас внутрь? Никогда не был в телевизионной студии. Вам это наверняка по силам. Думаю, с этим не будет проблем. Видите этих парней? Это мои друзья. Эй, парни, со мной пара друзей, я им устроил экскурсию. Мы можем пройти внутрь? Тут все серьезно. Пропуск есть? Вот. Присмотри за дверью. Звуконепроницаемые. Откуда идет сигнал? С крыши. Здесь работает Холли. Если мы найдем ее и поднимемся на крышу, возможно, мы сможем испортить передатчик. Парни, постойте, это большая ошибка. Это ты допустил ошибку? Нет, вы должны меня выслушать. Я думал, вы, парни, поняли. Это просто бизнес, и все. Вы до сих пор ничего не поняли. Стран больше нет. Нет хороших парней. Они заправляют всем. Им принадлежит вся планета. Они могут делать все, что захотят. Что плохого в этих переменах? Если мы поможем им, они не тронут нас и еще дадут нам денег. Вы тоже сможете пожить хорошей жизнью. Вы ведь этого хотите, правда? Все хотят. Ты предаешь себе подобных. Да в чем проблема? Мы каждый день продаемся. Почему не присоединиться к победителям? Увидимся, парни. Вперед. У нас перерыв на 2 минуты или на 30 секунд? Кажется, 30 секунд. Мы задерживаемся. Думаю, да. Что происходит, черт возьми? Пошли. Всем на пол. Что дальше? Надо узнать, где мы. Извините. Вы знаете Холли Томпсон? Нам пора. Я не... Холли Томпсон, ассистент режиссера, где она? Внимание, охране. Секция Дельта и X-Ray. Пройти на 4-й этаж. Кто такая Холли? Черт.
Извините за беспокойство, но нам нужно пройти на крышу. Как пройти на крышу? Скажите мне. Там есть лифт. Поверните налево в конце коридора. Большое спасибо. И что? Туда должен быть еще один выход. Охрана 950, они двигаются. Они на 19 этаже, прямо над нами. Вас понял, мы на 21-м, будем ждать. Холли! Внимание охране, они направляются на крышу. Пошли. Фрэнк, вы с Холли в порядке? Я в порядке. А ты? Не делай этого. Не вмешивайся, ты не сможешь победить. Бросить оружие. Отойти от тарелки, или мы откроем огонь. Пойдем со мной. 10 секунд. 9 8 7 6. Получите. Лауреаты Оскара дали пресс-конференцию. Глория, ты жутко выглядишь. Что происходит? Весь этот секс и насилие на экране истощили мое терпение. Режиссеры должны ограничивать себя хоть какими-то рамками. Nothing can stop you now. You're moving on.
Эй, в чем дело, детка?